1 сентября ребят из малообеспеченных семей, отправляющихся в первый класс, вместе с родителями пригласили в Управление социальной защиты населения, где вручили подарки – портфели с анатомической спинкой, с необходимыми для учебы принадлежностями, тетрадками, ручками, линейками, цветными карандашами, пластилином и многим другим, что обязательно пригодится каждому. Такие подарки сделал губернатор Московской области. Всего 62 первоклассника получили школьные наборы к новому учебному году. Отлично.